Здравствуйте! Сегодня поговорим о таком интересном растении, как горчица. Горчица известна уже давно. Первые упоминания о горчице находят в документах, датированных 3000 годом до нашей эры. Горчица очень такое разнообразное, как бы можно сказать, многофункциональное растение. Горчицу применяют в кулинарии. Все мы прекрасно знаем соус из горчицы, который мы также называем горчица. Горчица является составной частью майонеза, и на основе горчицы делают еще и другие соусы. Горчицу употребляют в косметических целях. Из горчицы можно добыть горчичное масло, которое применяется также и в хлебобулочных промышленности, но и только тоже в косметических целях. Порошков горчицы можно улучшить рост волос, можно улучшить их качество. При помощи масок, в которые входит порошок горчицы, улучшается качество кожи, заболевания какие-то, проблемы с кожей можно решить. Но обязательно при этом нужно проверить, как ваша кожа будет реагировать на горчицу, потому что все-таки такой он острый и довольно-таки едкий. Горчица применяется для мытья посуды. Порошок горчицы смывает жировой налет даже в холодной воде. И даже можно при помощи порошка горчицы постирать белье. Его порошок горчицы засыпают в стиральную машину и стирается в обычном режиме. И получается очень хороший эффект. Сейчас очень популярны салатные горчицы, которые выращивают вот ради листьев. Листья имеют различную окраску. Горчица – это кладезь не только белков, жиров и углеводов, но там находится большое количество разных микроэлементов. Это молибден, цинк, сера, железо, магний, марганец, натрий, кальций. Очень полезные вещества, которые необходимы для нормальной работы нашего организма. Вкус у листьев горчицы пикантный, и он придает свежесть и такую нотку, очень такую яркую и приятную, когда мы его добавим в салат. Порошок горчицы применяется в медицинских целях. Все мы прекрасно помним с детства горчишники, которые мы не очень любили, но которые очень эффективно помогают лечить и простудные заболевания, и радикулиты. И плюс еще горчица имеет очень сильные антибактериальные свойства, дезинфицирующие свойства и небольшие порезы можно раствором горчицы дезинфицировать. Горчица бывает трех видов. Это горчица белая, горчица черная или итальянская и горчица русская, или еще называют ее сарепская горчица. Семена представляют из себя вот такие вот шарики, которые очень холодостойкие. Горчицу можно сажать прямо вот сразу после того, как сойдет снег. Горчицу можно посадить на подоконнике в зимнее время. Она достаточно теневынослива, и зимой получить разнообразную полезную зелень из горчицы. Горчицы, порошком горчицы можно избавиться от насекомых вредителей. Для этого берется 50 грамм порошка горчицы, 40 грамм хозяйственного мыла. Все это заливается 10 литрами горячей воды и настаивается 2 дня. И вот после того, как пройдет 2 дня, этим настоем можно опрыскивать растения, на которых завелись вредители. И это очень актуально для дома, потому что в доме не всегда можно применить какую-то химию. Горчица еще и ко всему это удобрение. Это так называемый сидират или зеленое удобрение. Почва, участок, который засеян горчицей белой, во-первых, получает много микроэлементов. Вот все, что находится в семенах горчицы, это практически все находится и в листьях горчицы. И поэтому участок обогащается микроэлементами.
Для нас очень важна сера, потому что сера, которая содержится в листе горчицы, убивает патогенные грибковые микроорганизмы. Для нас очень важна клетчатка, которая дает рыхлость в почве. Вот в этой вот органических остатках горчицы очень хорошо развиваются почвенные бактерии. И после того, как мы горчицу закопаем, после того, как она достаточно взойдет хорошо, почва становится рыхлой, потому что вот в этих вот растительных остатках горчицы развиваются почвенные микроорганизмы. Горчица – очень хороший медонос. Когда вы будете сажать горчицу в качестве сидератов, не всю ее перепахивайте и перекапывайте. Оставьте несколько растений, а можно даже и отвести небольшой участок под горчицу. И дождитесь, пока она зацветет. И вы увидите, сколько пчел прилетит собирать нектар с этой горчицы. Заодно они будут собирать нектар из других культур. И так происходит опыление, без которого мы не получим хорошего урожая. Еще было замечено, что если по кромке грядок, где растет томат, где растет картофель, посажена горчица, то эти растения намного меньше болеют фитофторозом, чем на тех грядках, где горчицы нет. Вот такую полезную и интересную пряность можно вырастить на своих грядках и получить здоровье для своего организма и оздоровить землю. На участках, которые были засеяны горчицей, подавляется рост сорняков. И вот с помощью горчицы можно не только оздоровить землю, но еще и вывести нежелательные сорняки. Сажайте обязательно горчицу на своих участках. Ее можно сажать, в принципе, с весны до осени. И оздоравливайте землю. Наши советы помогут вам набраться здоровья и оздоровить землю, на которой вы выращиваете свой урожай.